Месут Озил. Жером Буатенг. Ройс. Есть поддержка партнеров. Вот это удар! Какой момент! Счет вполне мог измениться, а так по-прежнему ничья. Атака продолжится через фланг. Этот навес становится легкой добычей защиты. Артем Тимофеев. Игорь Смольник. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Навешивать пора. Он просто не заметил оппонента. Санчес. Решил пробить. Промахивается игрок. Ну что, на сегодня все шансы свои использовал? Нет, ну сейчас промахнулся, потом забьет, если, конечно, ему оборона позволит. Это может быть опасно. Росс. Андре Ширли. Артем Тимофеев. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Готовится замена. На поле появится новый игрок. Опасная передача. Мяч выбит. Угроза миновала. Отличный удар. Великолепный был момент, но счет остается равным. Джамалдин Хаджиниязов. Санчес. Это может быть опасная атака. В защите у них явно не порядок. Передача-то будет? Навес. Вот так навес. Там вообще же никого из партнеров не было. А вот и повтор опасного момента. Денис Черыш. Олег Шап. Марио Гёц. Марко Ройс. Мюллер. Момент. Нет, офсайд. Магомед Аздоев. 83-я минута матча. И тут может быть опасный момент. Джамалдин Хаджиниязов. Давно уже не было голов, давно ничья на табло. И впечатление такое, что так будет вечно. Денис Черышев. На этом атака окончена, офсайд. Санчес.
Есть варианты для паса. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Андре Шюрли. Марио Гёдзе. Пас в штрафную. Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Забивать надо! Ничья после основного времени, и теперь все будет решаться в дополнительное время. Каблуком, как иногда говорят. Опасно! Прекрасный гол! Дополнительное время пошло. Посмотрим, как его проведут команды. Прекрасный навес! Какой удар! Не удалось забить, и выйти вперед тоже не удалось. Отличный кросс! Навес точно в руки вратарю. И это мог быть его дубль сегодняшней встречи, если бы не вратарь. Ну, не думаю, что форвард на этом успокоится и будет искать свои шансы. Андре Шюрли. Вот и. Опрашивается навес. Очень много промахов сегодня у этой команды. Не мешало бы поработать над завершением атак. Да, думаю, тренер в учебно-тренировочном процессе обязательно сделает акцент на этом. И сейчас в раздевалке возможно поговорить с нападающими по душам. Мир Набиуллин. Какой навес! Выше ворот уходит мяч. Все благодаря голкиперу. Такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. Отличная атака, отличный гол. Привет, защитники, подъем! Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Счет 2-1. У команды есть еще одна минута, ровно столько добавил арбитр к основному времени.
Команда готовится вступить во второй овертайм. Давайте смотреть, принесет ли он голы. Вторые дополнительные 15 минут только что начались. Алексей Ионов. Ройс. Гетце. И можно бить! Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Олег Шатов. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Санчес. Мяч в воротах, и у нас ничья. Демонстрация высочайшего футбольного духа, потому что, казалось, проигрывать будут крупнее, а сейчас ничья уже. Ну и теперь многие, вот как я сейчас, например, могут сказать, а я все-таки верил в этих парней. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Какая борьба! Никто не желает уступать. Счет снова равный. Осталось играть 7 минут до конца дополнительного времени. Посмотрим за этой атакой. Денис Черышев. Какой шанс! Санчес! Прекрасное завершение атаки! И команда выходит вперед на последних минутах игры. Великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня. Продавил он все-таки оборону. Ну что, Георгий, ждем покер? А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Счет 3-2. Смотрим дальше. Кросс. Тони Кросс. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Судья решил много не добавлять. Минуты до конца. На обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Подошел к концу очередной матч чемпионата Европы. Нелегко далась команде победа, но вздохнуть можно теперь с облегчением. Надеюсь, победа придаст им уверенности, и впереди еще много трудных матчей с опасными соперниками. Он сегодня провел выдающийся матч. Ну, вопрос о лучшем игроке матча, по-моему, здесь вообще не стоит. Хет-трик на его счету, и учитывая, что его команда выиграла, тут никаких вопросов быть не может. Он герой.